Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые подписчики и дорогие гости канала Квант. У нас сегодня несколько реплеев. Давайте их внимательно посмотрим. Сегодня у нас воскресенье, 19 мая 2024 года. И что у нас тут? У нас Блиц, карта Северное Сияние. Реплей от нашего игрока Макарона Веца. Он на Генде, на крейсере Гинденбург. Решил повоевать. Давайте посмотрим, что у них получится. У этих вояк, ну, как видите, туман войны обрушился в этот раз на нас, потому что я тоже играю в лице. Туман войны обрушился на нашу игру. Реплей обещан очень интересным. Давайте смотреть. Итак, Макароновец на правом фланге. Атаки. Противник где-то впереди. Маневр совершается какой-то. Маневр уклонения. Лодки уже в засвете. Две лодки у нас в засвете. Оригинальненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Вот оно что оказывается. Палыч. Ай-яй-яй, промазал. Ай-яй-яй. Фугасики пошли. Ямато идет. Японская дивизия, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. 4375. А вот я бы лучше подождал, конечно, извиняюсь, но я бы лучше подождал, чтобы по этому Ямато не стоял. О, цедило. Аж два пожарчика. Я бы стоять не стал. Извините, что подсказываю. Ой-ой-ой. Где-то две лодки еще в засаде не светились. О, хорошо, шишки кинули. Где еще две лодки? Ой-ой-ой. О, залп впустую ушел. Протаранил братик остров. Удачная смена снарядов. Смотрим. 7000, да, немного, но что называется, мелочи приятно, блин. Ой, как Ямато-то приторчал прям хорошо. Ямато в острове радость в дом. А, Монтана, АФК, что ли? Ё-моё.
наконец-то активировалась. Согласен. Корабль. 108 тысяч урона, очень хорошо. Мое личное мнение. Да-да-да, я тоже так подумал, надо туда идти. Надо направо, там сейчас шимка вырулит, вот 100% вырулит. И пойдет в обход. Да, вот она шимка. Я бы хотя бы РЛС дал, ой, гап вернее. Простыл. Вы его вдвоем загнать не можете, эту шимку.
крайне удачный выстрел. И шимку доели. О, Сомерс-то он где бродит. Вот оно что оказывается-то. Струна там мы не приметили. Почти. Да ёшкина конопля. Что ж такое-то? Значит, не вовремя. Вернее, вовремя не дали залп. Да, неприятно, согласен. Негодую вместе с вами. Крайне неудачное место для парковки такой дуры, как Гинденбург. Да как бы не шел. Блять, хорошо, конечно. Но, к сожалению, это порт. Два фрага, 30 тоннелей, 253 пробития, 10 пожаров. В принципе, неплохо. И цифра 175 такая комфортная, очень комфортная. Севастополь взять точку, я так думаю, заблокировать ее не должен успеть, по крайней мере. Да, не успел. Очень хороший бой. Вот, все, давай, Сомерса расстреляем, давай. Не получилось. А, негодую вместе с вами. И что у нас тут? Первое место. Очень хорошо, друзья, очень хороший бой. Кому понравилось, лайк, подписочка, не забываем, друзья. Так, а здесь у нас еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, по кому мы стреляли, два затопили,
Севастополя погрызли немножко, чуть-чуть Монтану, Сталик и Шимбу. Друзья, до новых встреч. До свидания.